Всем привет, с вами Ольга. Сегодня посмотрим мои заказы по 8-му каталогу Faberlic. Покажу то, что я заказала себе, и еще заказы, которые у меня остались, то есть для знакомых, для друзей, которые я еще не успела отдать. Итак, первый заказик у меня вот в таком пакетике. Там лежит Доброген и еще мыло. Там много кусочков, я вам покажу два. Вот такой тигренок и мандаринка по несколько штучек. На втором шаге оформления заказа, где промо-акция, есть остатки сладкие. И там это мыло по 29 рублей. Вот у меня подруга узнала, что оно так недорого стоит, и попросила ей заказать. И также она попросила заказать Доброген. Это отличное средство для суставов. У нее болит поясница, я ей немного отсыпала, она попробовала, говорит, легче стало, давай полную пачку. И тоже, вот сейчас, если покупать до 18 июня, цена 1299 без скидки, то есть по каталогу. После регистрации еще скидка 20%. А обычная цена 1599. Итак, там 210 грамм, рассчитано на 30 порций. Принимать нужно утром натощак за 40 минут до еды. 2 чайные ложки без горки разводим в воде. Можно в йогурте, можно в кефире, кому как нравится. Ну, я в водичке развожу буквально. Получается такой сладкий вишневый кисель. Выпиваешь это все и через 40 минут завтракаешь. Очень хорошо влияет на суставы. Если щелкал палец, например, если скрипела коленка. Оно не сразу, конечно, но оно действительно проходит. То есть эффект накопительный. Кто-то видит результат через 7 дней, кто-то через 10. Вот у мамы палец щелкал, где-то на 10-11 день перестал щелкать. Я вот, кстати, себе тоже купила. Вот. То есть одну под заказ, вторую себе. Читала отзывы, что у людей руки не поднимались, не поворачивались. Две пачки они пропивали, результат после первой пачки. То есть в зависимости от ситуации. Конечно, это не доктор, и все равно лучше проконсультироваться с врачом. Но именно для поддержания суставов это точно замечательное средство. Второй заказ вот в таком пакетике. Это у нас новенькие. Сейчас покажу полностью. Вот. Такой очень нежный, красивый цвет. И видите, под определенным углом надпись Faberlic вот так вот переливается. Давайте смотреть, что у нас тут. Тут гель для душа Витамания. 2 штучки. Ароматы выбраны по моей рекомендации. То есть вот лично мне они понравились больше остальных. И она сказала на свой вкус, купи мне 2 геля, чтобы было сочно и здорово. Мицеллярная вода гиалуронка. Я для себя тоже такую заказывала. Но она у меня уже в ванной стоит. И вот это под заказ. Цена сейчас 199 рублей. Обычно стоит дороже. Так, вот такой тоник для лица. Из серии BioGlow. У него сочный такой вот яркий, насыщенный аромат красного апельсина. Мне он очень нравится. И себе я тоже такой покупала. Он хорошо увлажняет. Можно его не только как тоник использовать, но и если хочется увлажнить кожу, если в помещении кондиционер, если просто вам жарко, вот в течение дня можно побрызгать. Также можно им брызгать в принципе и на тело. Здесь распылитель. Сейчас на него, по-моему, нет никакой акции, но просто клиентка его захотела. Тинт для лица. Я в прошлом видео, по-моему, уже такой показывала. Сейчас вам покажу свой. Вот так он выглядит. У меня в оттеночке 63-55, самый светлый, слоновая кость. Объем маленький, но он очень хорошо смотрится на коже. У него SPF 25, то есть на лето то, что надо. И он незаметен. При этом несовершенство скрывает. Вот. И, в общем, здорово. Здорово лежит. Тоже я посоветовала знакомой, и с тех пор она его покупает. То есть это уже не первая покупка. И в текущем каталоге также на него прекрасная цена. Подарочек я ей положила. Вот такое мыльце. И остались здесь очки. Я уже выложила сегодня коротенький ролик. Также ВКонтакте я уже их показывала. Я вообще на них раньше внимания не обращала абсолютно. Но я уже себе тоже такие заказала, потому что уж очень они мне понравились. Вот так они упакованы. Футлярчики идут.
И смотрите, какие они красивые. Вот. Они такие довольно широкие, квадратные. Ну, то есть на широкое такое вот полное лицо, в моем случае, как у меня, да, они очень даже хорошо смотрятся. Потом у них приятный оттенок, коричнево-зеленоватый. Вот, я примерила, мне понравились, удобно сидят. Абсолютно они не тяжелые, не давят переносицу. В общем, тоже себе такие заказала, пока есть в наличии. Еще по этому каталогу у меня заказывали средства для духовок и плит. Сейчас вот по 179 рублей. Снимала уже про него видео. Отлично. Просто на кухню вообще незаменимая вещь. Так, вот такое средство для мытья посуды было. Тоже уже его отдала. И стиральный порошок. Универсальный. И вот такой для цветного белья. Кстати, сегодня началась распродажа. Вот с 8 по 11 июля Faberlic дарит скидку до 70%. Я уже отправила заказ. Там действительно есть из чего выбрать. Порошок дешевле, чем в каталоге получается. Много действительно разных хороших, приятных цен на товары повседневного спроса. Я ссылочку оставлю под видео. Перейдете, кому надо, посмотрите. Либо просто на втором шаге оформления заказа есть распродажа. И она называется «Цены на каникулах. Скидки до 70%». Вот, вот так это выглядит. Видите, цены на каникулах, скидки до 70% с 8 по 11. То есть на втором шаге. Еще заказала две пачечки вот таких влажных салфеток для удаления пятен. Они всегда у меня должны быть. И они действительно очень хорошо выручают в экстренной ситуации, пока пятно свежее. То есть можно его затереть, либо оно полностью отойдет, ну, либо потом легче намного отстирается. Вот такие масочки паровые расслабляющие я уже в прошлом видео показывала. Здесь в упаковке 5 штук. Мне очень понравились. Они прям действительно классно расслабляют, здорово они работают. И я так поняла, что в других фирмах они стоят намного дороже. Вот, поэтому я решила, что пусть у меня в запасике будет еще. Сейчас я вам покажу. Вот в таких индивидуальных они пакетиках идут. И когда мы пакет открываем, при взаимодействии с воздухом маска нагревается. Мы ее прикладываем к глазам и 20 минут вообще ничего не делаем. То есть просто лежим и кайфуем. В текущем каталоге и на распродаже отличные цены на средства женской гигиены. Но вот в распродаже ночных я не видела. Они так были на сайте. А дневные и ежедневные есть и по распродаже даже дешевле. Так что тоже кому нужно, посмотрите. И еще видела, что их переупаковывают вот в такой дизайн. То есть будет теперь серия не интимная, а вот такая Activity. Убираю. По акции купила 3 лака. Вот такой один блестящий, мерцающий, песочный. Это артикул 7831. Для ухода за ногтями, для укрепления, вот такой вот кальциевый корсет. И цветной лак, который сейчас можно видеть у меня на ногтях, это артикул 7897. Но вот у меня уже в таком цвете был. Я должна сказать, что в этой партии он более зеленый. То есть прошлая версия у меня была такая, знаете, более, наверное, морская волна, бирюза. Вот что-то уходящее туда. Прекрасная цена сейчас идет на вот такой увлажняющий гель для лица. И вообще я себе купила всю серию по уходу. Ну как всю, практически всю. Вот из 3 средств. Есть еще маска, есть еще вместо геля крем питательный, по-моему, не помню. Ну, в общем, сейчас выгодно покупать именно гель. Гель имеет очень легкую текстуру. Вот, видите, он буквально просто вот при распределении соприкосновений вообще превращается в водичку. Он замечательно увлажняет кожу. И в этой серии используется вода из термальных источников Франции. То есть та же самая, которую использует компания Vichy. Но в нашем случае получается намного выгодней. Очищающая эмульсия имеет очень легкую текстуру. Она не пенится. И при нанесении на кожу она превращается в такой как бы тоник. Утром умываться ей
это то, что надо. То есть у нас кожа ночью работает, выделяет все, что ей не нужно, лишнее, а утром мы смываем вот такой прекрасной эмульсией. Кстати, аромат у серии тоже очень приятный. И последнее, что я купила, отвезу на дачу, крем-гель для век. Тоже очень легенький, можно использовать и на вечер, и на утро. Но если вам нужно увлажнение, если нужно что-то дополнительно, тогда я советую этот гель оставить на утреннее применение для увлажнения, а на вечер использовать что-то более такое питательное. Прекрасные цены сейчас на сухие шампуни, как для блондинок, так и для брюнеток. Поэтому я купила сразу несколько флакончиков. Показываю вам сейчас один, остальные уже убрала в шкаф. Для любителей сладкой водички, сливочной, кокосовой, шоколадной, белый шоколад здесь, нотки. Я просто обожаю этот аромат. Не знаю уже, сколько флакончиков использовала здесь. И оформление прекрасное. Нежно-сливочно-гурманский с нотками кокоса. И основные ноты – кокос, сливочные риски и белый шоколад. Сейчас 879 рублей по каталогу. Ну, соответственно, после регистрации, как обычно, будет скидка. Еще хотела познакомить вас с новиночками. Это новая парфюмерная вода из серии It's Clear. Вода для мужчин называется Forest. Тут 100 мл, сейчас открою, покажу. И для женщин Flowers. Тут 50 мл. И основная отличительная особенность этой воды в том, что тут используется ароматический комплекс фитогая, ну, если я правильно его читаю. Он способствует повышению иммунитета и восстановлению энергии. Так, мужской аромат относится к древесно-зеленым с комплексом фитогая, а женский – древесно-цветочный с комплексом фитогая. В упаковочках, смотрите, вот эти вот пупырышки – это семена. То есть мы можем посадить, я этим, кстати, собираюсь как раз на даче заняться, хочу посадить, полить и посмотреть, что же из этого вырастет. Пробочка изготовлена из пробкового дуба, он сам восстанавливается без вреда для дерева, а пульверизатор можно открутить. Поэтому, когда будете крышечки снимать, то вот так снимайте, не крутите, поскольку можно пролить половину аромата. Теперь, что касается самой композиции. Мне невероятно понравился мужской аромат. Вот я сейчас его нанесла. Здесь отчетливо слышен можжевельник, потом какие-то травяные нотки, легкая такая горчинка и что-то такое вот древесное. Я такие ароматы, вот такие направления просто обожаю. В каталоге описание следующее. Сочетание грейпфрута и свежей зелени, пряность душистого перца и базилика показывают всю полноту жизни и гармонию, наделяя ее новым смыслом. Ноты можжевельника прорастают в композиции древесным аккордом. Ой, очень классный аромат. Прям мужской, просто вообще очень понравился. А вот женский все-таки немножечко не мое направление. Сейчас тоже нанесу. И вот в женском аромате вместо цветов я слышу прям вот перец душистый очень отчетливо. Особенно сначала. Потом это развеивается. Может быть, это ромашка, я не знаю. Описание следующее. Воздух наполняется озоновой свежестью, нежно звучит ромашка. Истинная чистота рождается в ароматах кувшинки и зеленого чая. Так, комплекс фитогая наполняет энергией. Ноты кедра и сандала пробуждают осознание. Планета – наш общий дом. Ну, вот, может быть, это ромашка действительно. На мой взгляд, аромат изначально, по крайней мере, не особо приятный и даже немножечко резкий. Стоимость довольно высокая, и, конечно, лучше начинать с пробника, чтобы не ошибиться, и точно аромат вам понравился и, в общем-то, приносил только удовольствие, потому что я уверена, что и у женского аромата будут свои поклонницы. Артикулы пробничка для мужчин 34007, для женщин 34017. Ссылочки, как всегда, оставлю в описании.
Еще в моем заказе было две коробочки вот такой краски. Я уже окрасила волосы. Тон 9.1, очень светлый блондин пепельный. На мне такого пепла все равно не получается. Я уже неоднократно покупала этот оттенок. У меня он более бежевый, потому что мой собственный пигмент, в общем-то, очень тяжело куда-то деть, а полностью осветляться я не хочу. На сегодня это все, что я хотела вам показать. Спасибо большое за внимание. Как всегда, ссылочки, полезная информация и мои контакты будут в инфобоксе под этим видео. Приятных покупок. С вами была Ольга Рогалева. Всем пока.